Назначение Марии Буковой сегодня прокомментировал и бывший руководитель музейного центра Михаил Шубский. По его мнению, она профессионал и хорошо понимает концептуальное искусство. Содержательный потенциал у нее очень хороший. Очень хорошая. И как человек она неплохой. А вот это все остальное, дай бог, наработает. Я думаю, коллектив ей будет помогать, потому что коллектив к ней относится очень хорошо. И мне кажется, если еще будет помогать министерство, мне кажется, может все и получиться.